далее, что у нас за замечательный будет тест? Следующий тест – это поиск человека в таблице. То есть мы выбираем какой-то критерий и по нему ищем. Ну, давайте здесь опять-таки запишем def test, test web table, web table search, search person, search person. Здесь мы пишем driver. Ну, вот это все. Я думаю, даже с добавлением человека пусть будет у нас такая история. Добавление человека. Благодаря добавлению человека у нас будут все вот эти вот данные его. И мы сможем сравнить. И для того, чтобы нам что-то найти, нам нужно создать функцию, которая будет искать. Ну, допустим, search. Какого-то человека. По keywords. По keyword. Ну и условно, только нам нужен input. Input. Нам нужен input. Давайте здесь по-быстренькому сделаем. Оп. ID search box. Input ID search box. Вот, ну и, значит, проверяем, был видимый, self-locator, search input, send case, keyword, keyword. Вот, значит, добавляем здесь keyword, ключевое слово, ну, то есть, то же самое, что мы берем и вписываем сюда. Итак, и теперь нам нужно проверить, чтобы допустим, там, что мы, значит, вписываем. Допустим, мы вписываем Sierra, и у нас эта Sierra должна быть здесь. Нам надо как-то здесь вот определиться, как вот лучше. Тут строк-то до хрена, вот, RT-групп, то есть все пересматривать как бы нет смысла. Но у строки, которая есть, у нас есть и корзинка. Вот, поэтому я предлагаю воспользоваться способом, которым мы недавно воспользовались, и пользовались точнее. Это фиксируемся на корзинке, и потом по родительскому элементу, то есть по целой строке, смотрим данные, чтобы там была чтобы имя содержалось в строке. Пусть будет, например, так. Чтобы имя содержалось в строке. Вот, поэтому посмотрим, как у нас там кнопочка выглядит. Delete record, ну, это уже говорит о том, что у нас будет динамический айдишник. Вот. Хорошо бы вот какой-нибудь универсальный. Здесь, например, не Sierra у нас будет, а Alden. Alden у нас уже имеет айдишник 2. Ну, зачем нам record 2? Нахрен он нам нужен? Поэтому будем сразу title delete, title delete, span title delete. Так. Так или иначе нам эта кнопочка понадобится. Span title delete. Так, delete, все на большой буквы, хорошо, span title, title delete. Так, и здесь нам надо его, ну, сделать, в общем, у нас должна быть delete, delete button, self element. Ну, давайте, как бы, может быть, давайте пусть он будет видимый, чтобы он был, хотя... Хотя по сути, наверное, нет смысла. Present self locator delete button. Окей, есть. Теперь нам нужно строку взять.
А как мы возьмем конкретную нашу строку? Помните, как мы делали? Мы возьмем delete button, а потом будем искать элемент родительский. Find element by x plus. И здесь locators нам нужен, ну, вот этот, сейчас мы создадим row parent, то есть такая родительская строка. Вот. Родительская строка. Помним, значит, можно здесь сразу взять у нас пример. Вот это вот копируем. Только нам здесь надо что-то удалить. Удалить нам надо следующее. Нам посмотреть, точнее, надо, как это будет выглядеть. У нас она является вот таким вот воплощением. Так, удалить. Вот так это должно выглядеть. Вот. А теперь, то есть мы взяли, а теперь нам нужно вернуть row текст. И помним, что нам нужен split lines. Сюда здесь смотрим new check no web table check search person. Так, а здесь нам нужно еще web просто search some person keyword. Ну, допустим, keyword пусть будет здесь мы сделаем его name. First name и first name. Пусть будет так. Потому что помните, у нас здесь возвращаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точнее, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот first name это будет нулевой наш индекс. С другой стороны, можно сделать менее предсказуемый. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. То есть 5 элементов. И мы пишем random rand int. Что у нас там? С 0 до 5. С 0 до 5. Вот. И все. И теперь у нас будет какой-то keyword. И здесь мы пишем keyword. Нет, не такой, а такой. Вот, все. И чекаем. Значит, что мы там чекаем-то? В чеке у нас тоже возвращаются данные. Data. Ну, пусть будет опять table result. Чтобы было понятно, что это из таблицы. Table result. Далее мы делаем assert. Какой? Что у нас наш как это сделать? Что keyword? Keyword у нас есть, точнее, у нас содержится в table result. Вот. Ну давайте попринтанем keyword. И принтанем table result. Ну и, конечно же, все это запустим. Так, посмотрим, все у нас здесь окей. Окей. Поехали. Запускаем. Так. Что случилось у нас? Что у нас не так случилось? No such element exception. Так, соответственно, no such element located XPath selector. То есть неверно мы сейчас сделали. Немножечко мы неверно. Ну я понял. Неверность заключается вот в этом. Как я могу судить? Допустим, повторно. Да, с экспасом тут есть некоторые приколы, конечно. А теперь все отлично. То есть мы
нашли. У нас быков есть в строке быков. Ну, логично, логично. Ну, и это было как раз last name. То есть индекс номер один. Все работает. Поэтому принты убираем и добавляем наше замечательное negative message. The person was not found. Was not found in the table. What's was not found in the table. In the table. Yeah. Ну, достаточно интересная проделанная работа. Давайте сделаем это. Добавим это в commit. Added, что у нас там? Tests. И отметим, что за тесты. Тест веб. Ну, в принципе, что я? Вот так вот. И вот так вот. Commit push. Commit push. И куда мы все это коммитим? Коммитим это в element branch. Elements branch. Окей. Так, на этом нужно сделать небольшую паузу. Приведите в порядок свои мысли, выпейте чай, кофе. И обязательно возвращайтесь снова.